друзья, мы находимся на высоте 3500 метров над уровнем Атлантического океана. Между прочим, это самая высокая точка Испании, и выше в Атлантическом океане гор уже нет. Это вулкан Тейде, но мы тут побродим немножко, посмотрим. Кстати, на этой высоте ощущается легкая горняшка, вот такая эйфория, как будто немножко принял на грудь, хотя трезвый как стекло. Дышится, кстати, неплохо. Устойчивый запах серы наблюдается. Короче, мы попали в чтишечки. Но виды здесь, конечно, просто космические. Ближайшие полчаса.